И о погоде и коммунальных проблемах. Тепла так и нет. С жалобами на холодные батареи к нам ежедневно обращаются десятки телезрителей. И у меня в руках целый список адресов, где батареи по-прежнему холодные. Так, проблемы с теплом есть в поселке Энергетиков, на улице Тамбовской, на улице Борисевича, Линейной, Глинки, еще на Тобольской, Павлова, Алексеева, Мартынова, Инструментальной, Волжской, Горького и в поселке Суворовский. Вот как сегодня проблемы с отоплением прокомментировал глава города Эдхам Акбулатов. Отопление появилось во всех домах, но есть перебои с отоплением. В частности, по причине ремонта на Красноярской ТЭЦ-1 на сегодняшний день есть перебои по теплу в Ленинском районе. Я рассчитываю, надеюсь, что сегодня, в течение сегодняшних суток, эти перебои будут устранены.